Памятник святому князю Владимиру на Боровицкой площади в центре Москвы установят предположительно на Пасху. Работа идет к завершению. Сейчас решаются вопросы о фундаменте, благоустройстве территории. Предварительный срок на Пасху памятник будет установлен, сообщил автор монумента скульптор Салават Щербаков в четверг в эфире Русской службы новостей. В свою очередь исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владимир Кононов рассказал, что до сих пор не получен рекомендации ЮНЕСКО, но надеется, что получит в ближайшее время. Освящение закладного камня в основании памятника 3 ноября 2015 года совершил патриарх московский Вся Руси Кирилл. В церемонии также участвовали глава РВО, министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и мэр Москвы Сергей Собянин.